Региональное отделение «Народный фронт за Россию» готовится к масштабной конференции. Она пройдет на Ринмаре 4 декабря. Участие в ней примут руководители рабочих групп общероссийского общественного движения и все, кому не безразлично будущее нашего региона и страны в целом. Одна из главных задач фронтовиков – наладить конструктивный диалог между жителями Ненецкого округа и представителями власти различных уровней. Этими вопросами занимается рабочая группа «Общество и власть» под руководством Матвея Чупрова. В центре внимания – совершенствование системы госрегулирования, прямой диалог между отдельными социальными группами, институтами, СМИ и органами власти в интересах развития страны. За время существования удалось достичь определенных результатов. Сокращались полномочия в Заполярном районе и городе Наринмаре. Вот, а количество чиновников в городе Наринмаре оставалось тем же самым. Рассматривают вопрос, писали письма, обращались на разные уровни властей. Вот, ну, результат, он где-то виден. Ну, как говорят, что в следующем году все-таки количество чиновников городской администрации будет сокращено. В своей деятельности рабочая группа проводит мониторинги, круглые столы, дискуссии, организует переговорные площадки с представителями органов власти и экспертов.